Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Андрея с таким же, в принципе, ником Андрей2873. Находится он в гильдии. Где твоя гильдия? Куда ты ее дел? Вот он его спрятал. Офхед называется такая вот гильдия. Первое, второе, третье места битвы гильдии атака портов, беседа, ВК. Кидайте заявочки, вступайте. Группа гильдии есть, скорее всего, в Телеграме. Вот так вот. Так, смотрим, что у нас интересного есть и что нам надо. Такой вот сбор у нас трать с выгодой. Такой вот коллекционер. В принципе, довольно-таки неплохой. Поехали посмотрим, что у нас вообще творится на этом аккаунте. Аккаунт бездонатный. Это радует. Смотрим героев. Думаю, тут надо героев хорошо. Так, ну понятно. Заклинательница, Анубис, Командора Седна, Ледяха, Рибит, Асура, Рогатка, Бугимен, Череп. Череп, Харпия, Ранки, да ладно. Это что-то реально очень много. Так, ну поехали посмотрим, что у него тут творится. Ну-ка посмотрим на героев. Черепа нет, это конечно жестко. Фига себе. Действительно нет. И гарпии нет. И гарпия есть. Прикольненько. Так, окей. Поехали, поехали, поехали. Так, капитан Дрейк, стрелок, интересный, Бигфут, такое себе, так, ну понятно. В принципе, как для бездоната, я вам скажу, вполне прилично. Так, окей. Ну дальше, походу, уже все. Конец аккаунта. Дальше пошли у нас допы. Так, хорошо, ну что, поехали, заберем сейчас самики еще отсюда. Попробуем ему что-то интересное сегодня наролить. Надеюсь, у нас это получится. Такс. А у нас висит. Бедолага квест ты делал. А мы пришли тут с роллингом. И сразу же Купидон. Это был бы ледяной феникс, было бы очень круто. Первотычки за 150. Ну, такое было. Ну, что, Фрэнки у тебя уже есть. Поздравляю, первый недостающий. У нас готов. Я надеюсь, не последний. Укротитель тыква. Блин, что-то я вам скажу, слизни перестали падать. Unreal какой-то. Два. Опять Фрэнки. Королева Гарпий. Те, которых он не открывает. Еще одна королева гарпии. Ну вот тебе, пожалуйста, не хочешь их качать? Получай. Так, ниндзя. Да что такое? Давай, рандомчик. Жесть какая-то творится. Поехали. Да. Да, Анубиса надо вытащить. Задача, конечно, не из простых. Так. Фараон, я думал уже опять Фрэнки, это было бы жестко. Ну давай уже. Подвисает прям. Аж тормозит. Так, профессор Рибет, еще один недостающий, отлично. Но хотелось бы побольше недостающих. Кого там лазуливал? Это такое интересное. То что нам это? Так, паладин, рыцарь. Имба одна круче другой выпадает. Так, Рино. Короче, рандомчик нас решил затроллить.
Заклинательница. Ну, поехали посмотрим. Так, ну, заклинательница раз. Рибит 2. Рэнки 3. Блин, черепа Бугимена надо. Поехали. Поехали атаковать юнитами. Не знаю, мне, честно говоря, помогает рейд. Не знаю, как вам, но у меня в этом плане хоть немножко лучше роллинг. Потом сейчас увидите. Набьем сейчас имба героев ему. Сейчас мы затащим эти казармы. Смотрите, как работает. Прям золото сыпется. Это они как-то так долго бьют. Сколько их там, 200 было, все равно долго бьют. Андреал какой-то. Минуту, блин, только две казармы затащили. Сейчас третья будет. Точнее, шахта. Вторые минуты, блин. 6 зданий, жесть. Так, ну чё, ловим. Я хочу имбу. Ну, блин, зачем мне Рину третий раз? Вы издеваетесь? Ара снова. Когда будет Анубис? Триант. Асура, ну хоть Асура упал. У него он, по-моему, есть. Не ошибаюсь. Нету. Еще одна недостающая имба. Это хоть радует. Так, поехали посмотрим, что там у нас творится. 13-15. Чай, жизнь, боль, ребят. Жизнь, боль. Ну что, будет еще один? Будем делать ход конем. Не будет. Печалька. Печалька, печалька, печалька. Так, забираем призы. 45к, и мы нифига не собрали. Ну, выбили, конечно, 4 недостающих героя там, или сколько, сейчас мы посмотрим. Но что-то, блин, начало было получше. Ну, хотя бы заклинательница по сравнению с Анубисом тоже неплоха. Так, Асура. Хорош. Фрэнки натащили, конечно, полным ходом. Так, и что, все? Да, походу, все. Вообще как-то печальненько. О, панчбокса вытащили. Вот хоть что-то радует. Так, это он в сундуке лабиринта собирает. Такое себе, в общем, не знаю, не радует. Это испортился. Так, хорошо, смотрим. Что тут у нас появилось интересного? Так, коронька у него где-то тоже недавно, походу, выпал. Ну, такое себе. Мега топовый рибит будет. Я надеюсь, он его качать не будет, потому что, ну, я показал обзорчик на него, герой, конечно. Просто трэш полный. Так, вот этого, конечно, господина надо качать однозначно. Тесс у него хватает. Че, все? Как-то маловато. А кого мы еще там не открыли? Рэнки. Ну, 4 героя, я считаю. Прилично, конечно, но учитывая по имбовости, Асурик, наверное, самый такой топовый. Со всей когорты.
Так, что у нас? Франки замедляха. Даже скин у него есть. Ну, что, поздравляю. Такой вот у нас был коллекционер. Роллинг, в принципе, довольно-таки неплохо. 4 героя. Это тоже хорошо, но, конечно, это не его герои, как обычно у меня выпадает. Но и такой роллинг, и такие роллинги тоже бывают. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.